вы спрашивали, кто куда переезжает. Вот мама переехала на пол. Это мамулина комната, кто помнит, мы тут убрали кровать. Мама почему-то с огромное количество комнат, она решила спать. Телевизора, возле любимого. Да, потому что здесь телевизор. Вот тут перенесли шкаф в другой домик, перенесли кровать в другой домик. Нет, это красивый, надо оставить его. Комод красивый. Комод красивый, да. Здесь будет Сашкина комната. Остановить, говорит пап. Осторожно, Муся, ты на провода. Пап, остановись. Я остановился. Так, девчонки, всем доброе утро. Я вчера вам говорила, что у нас планируется переезд. Сейчас я вам попытаюсь объяснить, кто и куда переезжает. Для начала, чтобы вам было понятно, сделаю обзор нашего домика. У нас, получается, здесь заходишь вот так, вот здесь коридор. Мы тут делаем небольшую перестановку, если это вешалки не будет. Мы вот так вот здесь вот повесим вешалку, сейчас покажу, какую. Дальше, тут у нас котельная идет, это бусинка. Здесь у нас бабушка. Бабушка переезжает сегодня или завтра. В общем, на днях, и эта комнатка будет под кабинет Андрея. Дальше, здесь у нас наша спальня, это Каришка там, наша красотка. Здесь спальня, она такая остается наша. А вот Александр, который спит с нами почти в 4 года, будет жить в этой спальне, где жила мама. Маминые вещи тут перенесли в другой домик. Тут Сашке уже вот полочку принесли, собрали сейчас для книжек. А это вот как раз-таки полка в коридор, которая, ну, только что сказала, вешалка. Вот здесь будет Сашулькина спальня. Вот. Ну, а здесь, собственно, кухня. Кухню вы мы видели. И кухню мы еще будем перекрашивать стены здесь. Вот. В целом, потом мы перекрасим стены, а здесь я хочу продекорировать стену, так сказать. Мы перекрасим, я что-нибудь, какие-то часы, какие-то картины повесить, что-то, чтобы было красивенько. И, собственно, Сашины игрушки, вот этот уголок, да, Сашкиными игрушками, которые здесь завалены. Да, сынок, класс. Мы перенесем в его спальню, там все в шкафчики разложим, вот. Ну, а тут такого все и останется. Вот так вот. Так, ну и, собственно, мы сейчас выходим на улицу с нашего дома, где я вам сейчас показывала. Здесь у нас вход в дом. Вот покажу вам наши цветочки. Это старый дом там у нас. И вот у нас сейчас привезли мебель. Много мебели разной. Этого, я так понимаю, мамина мебель частично. Мы новую покупаем, Сашкина. Сашуль, пойдем покажем подписчикам, где будет бабушка жить. Пойдем скорее. Вот мы сейчас идем. Вот так вот идем. Это, собственно, наш дом, который я вам сейчас показала обзор, а вот это вот дальше у нас там идет проходик через наш дом. Здесь у нас будет бассейн, бани. Сейчас идет строительство пристроечек. Здесь у нас будут гостевые домики, вот эти вот три домика гостевых. А вот этот домик, здесь будет жить мама и бабушка. Это гостевые, да, помните, там бассейн, там наш. А вот здесь мама и бабушка. Мама поближе к теплицам, к огородам. Вот, сейчас я зайду, покажу, что там есть. Так, заходим. У них тут уборная. Пока что вот так. Туалет. Умывальник с зеркалом. И душевая. Саша какую-то штуку нашел. Вот потом вам покажу, как мы здесь все обустроим. Что такое получается, как студия. Домишко, все, мы живем на одном участке, а здесь будет мамина кровать с этим, с тумбочками, да, со всеми делами, а здесь будет бабуля, кухонный уголочек небольшой будет, диванчик, телевизор, все дела. Тарян-тарян, кто это у нас тут катается? Мама сейчас будет уезжать на маникюр скоро, а Саша с бабушкой в городе погуляют в парке, в игровой, да, Санек? Классную качельку папа купил, да? Ой, качелька какая классная. Это сторис специально для папы, а то он говорит потом, что вы не катаетесь на ней.